если у вас не работает Fader порт при подключении к Cubase, вам нужно обновить Fader порт. Fader порт. Обновляем. Next. Отключить все MIDI. MIDI приборы от твоего компьютера. Next. Отключить USB Fader порта. А потом вам надо нажать на кнопку назад. Стоп. И рекорд. И не отпускать. А потом подключить USB к Fader порту. Желательно, чтобы адаптер тоже был подключен. После чего Fader порт сейчас должен светиться назад, стоп и запись. Если этого не случится, пожалуйста, отключите USB кабель и попробуйте снова. Так у нас все работает, продолжаем. Windows уже узнал его. Он пикнул, значит, обновили, все удачно. Обновляем, нужно подождать. Обновление завершено. Пожалуйста, отключите ваш Fader порт USB кабель и подождите 3 секунды. А потом подключите заново. Все, мы нажимаем Finish. Драйвер Fader Port DLL вам нужно переместить в Cubase. Я зашел в Cubase. Нам нужна папка Components. И мы просто перетаскиваем ее. Я уже перетащил. Это очень важно, чтобы программа видела его. А теперь я покажу вам, как настроить функции в Cubase. Как вы обновили драйвер и перекинули его в папку. Конечно же, если вы откроете миксер, то у вас ничего не будет двигаться. Я покажу следующее, что заходим в девайс, девайс сетап, мы нажимаем на плюсик, выбираем Presonus Fader Port. Он здесь появился, потому что мы перекинули его в папку, в ту, помните? Play. Нажимаем на Mix. Нажимаем на Play. Перемотка. Миксер. Переключаем дорожки. Что здесь еще есть? Stereo Out. Нажимаем Outpad. Так, перематываю. Выбираю записать автомацию. Запись. Запись автомата у нас включена. Проверяем. Автомация читается. Самое главное — это подключить адаптер и подключить USB кабель до того, как мы заходим в программу. Потому что если этого не сделать, то он просто не будет работать. Программа не будет его видеть.